Нужен отдых в центре Сочи с видом на горы и море? Добро пожаловать в отель «Найри». Вид на достопримечательности курорта открывается практически из всех номеров, которых с открытием второго корпуса отель готов предложить на 24 больше. Номера новых категорий. Стандартный улучшенный с балконом в сутки обойдется в 3000 рублей, а без балкона на 500 рублей меньше. В стоимость входит завтрак, парковка, Wi-Fi на всей территории и открытый бассейн во дворе отеля. С начала сезона отель предоставляет туры на 3, 5, 7 и 10 ночей. До 3 ночей у нас гости заезжают, им делается скидка на проживание, в стоимость также входит завтрак, входит пользование бассейном, парковка, и мы предоставляем бесплатные билеты на экскурсию в Олимпийский парк. Для гостей, которые решат остаться в отеле подольше, предоставляется бесплатное пользование сауной от 2 часов. Небольшие уютные отели, конечно, отличаются от крупных, но в каждом есть своя изюминка. Помимо специальных предложений, в отеле «Найри» можно насладиться чистым морским и горным воздухом и позагорать на обзорной площадке. Недалеко и знаковые места курорта. В пешей доступности художественный музей, музей Николая Островского, органный зал и набережная. И еще раз сюда приедем, потому что по этим расчетам, по расчетам Сочи, это очень дешево для такого отеля, это нормально. В центре, тем более, находится. Да, в центре это очень... Мало того, он находится еще в высоте, то есть здесь воздух чище, чем там внизу. И расположение очень хорошо, да, до моря. Совсем рукой подать. Постоянным клиентам дарят дисконтную карту со скидкой 10% на следующий заезд. Отель «Найри» ждет гостей по адресу переулок Горный, 1. Справки по телефонам 262-1084, 8-918-608-29-45 или на сайте www.hotel-nairi.ru. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.